Девчонки, всем привет! Сегодня я получила свой второй заказ по 6-му каталогу и, естественно, спешу с вами поделиться, пока дочь играет на горках. Я не люблю попусту тратить время, поэтому вместе с вами будем смотреть, что в коробке, потому что там единицы моего, все остальное чье-то. Большая. Открываем. Так, мы поехали. Так, одну убираем. Так, значит, смотрим, что у нас в самом начале. Ну, вот эти заколочки я себе заказала. Сейчас у нас тренд, да, на заколке. Но вот не люблю вот эти громоздки, которые везде с вот этими, типа, под жемчуг. Не люблю. Буду пробовать маленькие. Вот они. Маска одна, вторая. Вот эту маску я вам показывала. Я ее тестировала, очень понравилась она мне. Мне мама, кстати, сказала, что у меня посвежело лицо после нее. И где-то еще третья маска из этой же серии. Это вот тетя мне позаказывала. У меня вот такая же, но эту еще пока не тестировала. Будем вместе с вами тестировать. Смотрите, видите, по 105 рублей, а каждая за 85 рублей при покупке трех. Смотрим накладную. Видите, да, я вот держу, по 85 рублей вышли. И мыло, которое я вам говорила, тоже 49 рублей, 50 рублей. А парфюмерный спрей для тела, вот он, 80 рублей. Ой, вот он. Вот так. Потому что акция, тетя, вот смотрите, посмотрите, видите, 49 рублей. Тетя решила все 4 попробовать. Значит, это жасмин и роза, это ландыш и яблоко. Это пион и фрукты, а это сочная груша. Вот она, 4 взяла разных, и вот 2 одинаковых сочная груша. Мне очень нравится этот запах, я себе взяла. Так, едем. Шариковый дезодорант, череш. Этот запах очень крутой, мне нравится. И он, вот реальная копия запаху, этот дезодорант идет. То есть имеется в виду парфюм. Так, дальше. Мыло для интимной гигиены. Буклет мешает, уберу буклет, что-то за буклет это. Так, сухой шампунь. Вообще крутая тема. Я о нем раньше вам тоже рассказывала. Уменьшает жирность и придает свежесть. Это факт. Кому-то не нравится, остаются там следы белого. Ну, извините, как бы, да, лучше голову помыть или же ним набрызгать. Уже сами решаете. Это во-первых. А во-вторых, при поездке или в сложных, непредвиденных обстоятельствах он точно помогает. Дальше. По акции тоже по распродаже досталось одной знакомой по 130 рублей средство для снятия макияжа с глаз. Дальше. Инканта. Зашедший и разорвавший им своей информацией о сотрудничестве. Смотрите, это парфюмерный спрей для тела с нотами янтаря. Так как это тете, сейчас брызгаю и расскажу, каков он запах. Понравится мне или нет. Дальше. Так, 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 это фокус, это новые наши там будущие новиночки. Так, лак для ногтей, дочь у меня любит лак. Смотрите, какой розовый, с блестками, красивый очень цвет. Сказала, парфюмерный спрей за 80 рублей доставался, если покупаешь еще что-то с линии Инканта. Именно поэтому тетя решила взять крем для рук 30 мл. Небольшой, но пользующийся популярностью. Попробую сейчас тоже скажу вместе со спреем. Значит, губная помада, взрыв цвета, если не ошибаюсь. Ошибаюсь, помада взрыв цвета. Это тоже заказ еще одной знакомой. Она очень любит Марк. Я люблю, она любит, все любит. Я ее подсадила, смотрим. Опять такой же цвет, нюдовый. Я вам его уже показывала, она однажды заказывала. Замечательный цвет. Я тестировала. А, нет, еще не тестировала. Буду тестировать, буду показывать вам все цвета этого, этой линии. Это женский топ. Смотрите, вот он на картинке. Мама заказала себе бежевый. Женский топ со скидкой. Вот он такой, чашечки есть, но они мягкие очень. Позже буду спрашивать у мамы отзыв, как ей понравилось или нет. Вот так, хлопок 80%, здоровско. Вот, и вот это вот последнее.
Это, ой, рву, ну, конечно. Это тени, суперустойчивые кремовые тени. Смотрите, цвет. Буду тестировать, уже на себе вам показывать. Это себе взяла. Из всего заказа два мыла, тени и заколки для волос. Вот так. Затарахтели, быстренько показываю, что это марк. Суперустойчивые тени кремовые, смотрите какие. Вот так. Не могу не рассказать о данном буклете, который я отложила в сторону. Это был у нас весенний марафон. При покупке за каждые 500 рублей получали 1 балл. Потом вот накопились баллы, и до 17 июня нужно потратить баллы на вот любой из представленных товаров. Сколько у вас лайков, да, баллов? Да, у нас то баллы, то лайки. Вот сколько баллов, столько, и потом выбираешь подарок. Девчонки, испробовала я крем для рук, реально увлажняет, прошло полчаса где-то, руки мягкие, очень мягкие, увлажнение явно гарантировано, и, значит, спреи для тела пахнет, вот у меня ассоциация розовая роза, вот реально, ну, а здесь пишут реально запах кашемира, сильно выраженный запах янтаря, кашемира, ну, я не знаю, как янтарь, конечно, пахнет, но у меня ассоциация с розой, хороший, но, честно говоря, не мой запах. Но классно. А крем для рук точно так же пахнет, как и парфюмерный спрей, но это самое, увлажняет здорово, мне понравилось, рекомендую. Вот у меня незапланированный третий заказ по 6-му каталогу, я отдельно не хочу видео делать, потому что заказик маленький, покажу вам в одном. Вот это идентичные такие же маски для лица, которые я вам только что показала, 3 по этой же акции идут. Это у меня мама попросила себе. По этой же акции идет Encanto, кашемир, розовый букет и кашемир. Точно такой же спрей для тела клиентка заказала. И чтобы эта акция сработала по 80 рублей, значит, она заказала гель для душа. Запахи идентичные и одинаковые, то есть все они реально напоминают мне розу. Как гель для душа, так и спрей парфюмерный и вот тот, что я вам показывала, крем для рук. Крем для потрескавшихся стоп. За 3 дня возможность восстановить потрескавшиеся стопы. Я на себе еще не экспериментировала, но когда поэкспериментирую, расскажу. Скорее буду эти эксперименты на маме ставить, потому что она именно с такими проблемами. Дальше, вот это все я заказала пробнички. Вот 5, кстати, пробников воды по 85 рублей, ой, по 65 рублей 5 штук. Клиентка тоже заказала. Это новый парфюм Celebrate, который. Вот. А все остальное это мои пробнички. Я готовлюсь к акции, и у меня клиенты иногда просят пробники, поэтому я набираю по чуть-чуть. Это вот матовое превосходство, Avon True, еще одна серия, тоже буду вам показывать его на губах. И тональнички тоже марка Avon True, еще какой-то Avon True марк, ну что такое, Avon True только разные там были, да. Вот, а, и еще маме я взяла, то она сама себе заказала бежевый, я вам показывала. А это я ей взяла, мягкие чашечки вот здесь. Вот, ей понравилось, поэтому я взяла ей еще и белый, 48-50, ей подошло хорошо. Так что, такие дела. Ну вот, я вместе с вами и разобрала свой заказ, 2 по 6 каталогу. И предлагаю лично тебе уже не смотреть на то, как другие экономят, а также зарабатывают на покупках. И уже наконец-таки зарегистрироваться вместе с нами, опробовать эту систему. А обучение и привлечение клиентов обеспечено, потому что сама компания нас обучает и показывает, как круто работать в такой здоровской компании. Присоединяйся и ты, а для этого пиши в личку, на все вопросы отвечу.